Тимая сладкая, но у меня нету ничего. Прости меня, я обманул тебя. Это вынужденная мера. Иначе бы ты не подошла ко мне. Не обижайся. Ну ладно, на. Второй раз не получилось. Вот так я решил отметить 14 февраля. Последний день своего отпуска, утренней пробежки. Сейчас 9:30. Я побегу вон туда. 17 минут мне понадобилось, чтобы дойти от входа на каток Медео до верхней точки плотины. Ух, такой вид. Вот куда пришел. Я решил, опа, пойти дальше. Мы пойдем вон туда. Может быть, и на Чумбулака доберемся. Бежим дальше. Вот это, ребят, горельник. С той стороны бассейны стоят, с той стороны ущелье, вон с той стороны. Самый опасный мост. Здесь высота метров 20-25 где-то есть. Ну там дорога на Чумбулак. Я сейчас пойду туда. Сейчас постараюсь добежать без остановки до самой плотины Медео, так как сюда я практически шел пешком. Куда я буду бежать без остановки? Я уверен, у меня это получится. Вот там горельник. Мост, бассейн. Вон он, мост. Наверху. Вон он. Главное, бегу. Не иду пешком. Хоть вот такой подъем мощный. Бежать в горку просто нереально. Слава богу, оно посади. А теперь спуск. Я все еще бегу без остановки и умудряюсь снимать видео. Начинается подъем, самый сложный. В горку, пусть дальше и маленькую, бежать намного сложнее, чем по равнине. И наклон бежать несложно совсем. Кайф просто. Вот с этой горочки просто нереальный вид. Спуск и равнина. Ура! Вон та белая горка, площадка. Оттуда я бегу. Все, я добежал. Я думаю, еще добегу до машины. Силы есть. Мое правое колено сказал мне, не сегодня. Вот это правое колено говорит нет. Вот такой каток на Медео. Очень мало людей. Среда, 14 февраля. Так мало народу.